Всем привет и добро пожаловать на канал. Это видеоблог, и я отправляюсь в поездку с Германии в Румынию. Расскажу, что по ценам и какие нюансы в поездке. Небольшой дисклеймер для тех, кто ждал. Скоро будет морской влог. Я буду вылетать с Нюрнберга в Бухарест. Купил билет в авиакомпании Wizz Air. Это не реклама. Подобрал себе самый оптимальный вариант. И тут как бы мне подошло и цена, и качество, потому что остальные вылеты были с пересадками. И пересадки были где-то около 20 часов ожидания между следующим рейсом. Поэтому здесь у меня перелет будет в районе 2,5 часов, 2-3 часов. Билет мне обошелся 81 евро, и покупал я его по отдельности. То есть я купил билет с ручной кладью и дополнительно уже докупал себе объем багажа, так как там можно будет выбрать от 10 килограмм до 32-35, не помню точно. И за багаж доплата идет в районе 10-15-20 евро. Но тоже это все может меняться в зависимости от даты полета. Билет с ручной кладью у меня обошелся в 35 евро, и я уже доплатил за багаж, за регистрацию, плюс я выбрал заранее себе место. Это плюс к оплате еще где-то 10-15 евро. А если бы я купил уже комплексный билет с багажом, с местом, то он бы мне обошелся бы в 95 евро. Еще сверху мне пришлось бы заплатить комиссию где-то в районе 15 евро. Но это услуга сайта. Багаж по моему билету 20 килограмм и ручная кладь 10 килограмм. Это рюкзак. Если у вас, допустим, есть еще чемодан на колесиках, то вы можете заплатить дополнительные деньги и взять себе вариант с рюкзаком и чемоданом на колесиках. Плюс еще багаж отдельно. Обязательно покупайте билеты заранее. Я купил билет за 6 дней до вылета, а через 4 дня до вылета он был уже в 2 раза дороже. Авиакомпания летает 2 раза в неделю, это четверг и воскресенье, поэтому все надо обязательно планировать и приезжать в аэропорт минимум за 3 часа. Потому что все может произойти, вы можете где-то задержаться, опоздать и так далее. Данный рейс у меня уже перенесли на час. Я должен был вылетать в 3:30, сейчас буду вылетать в 4:40 или в 4:50 даже. И то это тоже может измениться. Поэтому будьте к этому готовы. Все, сдал багаж, теперь иду в зону ожидания. Сейчас буду пробивать билет. Билет у меня электронный, то есть на телефоне. Поэтому все очень просто. Подошел, пикнул, пошел дальше. Все, я уже приехал, заселился в номер. Вот такой вот номер. Небольшой. Он мне обошелся в 130 лей с лебедями. Это примерно 26 долларов где-то. Вот такая вот ванная, точнее душевая. Чистенький номер, хороший. Так что буду отдыхать, заниматься делами. С вами увидимся в следующем видео.
Всем до встречи.